Ну и последнее. Ямальские журналисты сегодня отмечают профессиональный праздник. В Ноябрьске в субботу, 20 апреля, стартует региональный медиафорум, приуроченный к этому событию. Его участниками станут более 160 человек, представители окружных СМИ, а также органов исполнительной власти и местного самоуправления. В рамках форума традиционно пройдет совещание руководителей средств массовой информации и мастер-классы. Кроме того, будет работать фотовыставка «Кадры за кадром». Главным событием медиафорума станет церемония награждения лауреатов премии «Летящий голубь». Победители объявят в 15 номинациях. Каждому из них вручат памятную статуэтку «Летящий голубь» и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.